Статистика мошеннических преступлений вышла за все разумные пределы. С начала года зафиксировано 27 эпизодов и только один раскрыт. Цифры сегодня журналистам назвал замначальника УМВД. Под видом социальных работников, газовых служб, телефонные мошенничества, различных видов и форм, и под видом, что родственники попали в беду, под видом блокировки карточек всевозможных. Одна из последних жертв – жительница железнодорожного района. Женщине обещали снять порчу. Для этого нужна была комбинация цифр, которая, по словам колдуньи, зависела от суммы сбережений пенсионерки. И, короче, мне только в сумку опустить, там Библия лежит. Вот опустите все. И она действительно только опустила и тут же достала. И ей подала, и мне подала пакет. И мне в голове вот совершенно не ёкнуло, что вот это вот бумажка. Ну, вот. Заглядывать сверток колдунья строго-настрого запретила. Так что пропажу 161 тысячи дома обнаружил сын пострадавшей. И начал на меня ругаться. Ты вот это такая, хоть бы мне предупредила. Ну и, короче, берет, открывает там вот эти бумажки. Он швырнул эти бумажки. Дабы предупредить такие мошенничества в области, с 1 марта стартует акция «Предупредить тех, кто дорог». За 2 месяца полицейские обойдут все дома, проведут инструктаж с работниками социальных ведомств, оклеят листовками подъезды и лифты. В прошлом году подобные меры принесли результат, и число соцмошенничеств снизилось, говорят в УМВД.